Я на кэсэша. Идти тут разведок-то, ё-моё, блин. Сколько? 3 разведки. Ты охренел? Да ёб твою мать! Что там, ещё удаляй игру. Что такое? Ничего, удаляй игру, говорю. Бел, рысь. Расстреливаю. Закрою пока. Второй грен дать? Давай. Выхожу. Угу. О, еще 12. Кто-то с улицы подбегает. Там, улицу убил. Он на лестнице был, я без грудака. Хельси, хельси. Грену готовят. Выйдет сейчас. Смотри, РГОшка может быть. Он ее кинет об стену. Я на лестнице был. Убил вроде. Да. Ёб твою мать! Ой. Ты видишь, это по тебе? Ну, по нам это, да. Деленно по нам. Куда ж еще? И вот этот крикун понравился. Кто там кричал? Кто там, блядь? Это что-то такое. Я не на сервера, я надеюсь. Нет. Длина. Так, ну я пол брони сейчас. Я свою скинул, но там тоже такой подбегает с автобусов. Захилился. Дверь или он? Я. Бил. У нас кто-то между этих ходит. Да-да-да. Где между этих? Каких между этих? Между забора и здания. Вот ходит сейчас. Хорошо. Ты просто говоришь между этих. Типа, как я должен догадаться? Чевок. Бля, убил меня в ноги, походу. Там дробовик, добивай его. Не один. Эх, блин. А, в живот попал. Ну да, я ж в слике. У меня живот-то не защищен. Ну, неплохо я так раскидал, конечно, типов. Ты как будто прямо у выхода гранаты рвутся. Такое чувство. Бля, кто-то передо мной. Чё тут сидишь? Там взрывы, веселуха, а ты сидишь, чел. Что ты делаешь? Ёпта! А, вон еще один бегает.
Это походу с Таркона люди пришли наконец-то. Так, тебя ж я не полутал, да? Блин, там чевок, походу. Сорок пятый. Друзья, а чё вы сидите-то все? Я понимаю, что мы поставили самые жесткие сервера, популярные. Я не думал, что настолько здесь все плохо. А, я понял. Сидит крыска где-то. Скорее всего, в темном ангаре, в стекляшке. И стеклышки сюда смотрят. Чевок валяется, кстати. Ну, понятно, вот этот чел убил вот этого, скорее всего, из кустика. А тиммейт вот этого сел в том темном ангаре. То есть, скорее всего, как-то так было. Блять, вижу. На перепрыжке стоит у дерева. Прицел, блять, ты что делаешь? Ну, как-то так. Вода есть, друг? Так. Да, видите, вот все, как я сказал, вот как я вам объяснил всю эту ситуацию, именно так тут все и случилось, короче. Просто идеально все описал. Пум-пум-пум. Так, это вот эта штучка дорогая? Или я ее путаю с другой? Как-то так. О. Шестерых. Пойдет. Это кто-то от костра идет к нам. Пускай. Железо, да. Зашел ко мне на третий. На лестницу заберу. Ай. Ай. Ногу попробуй там пойти.
Так, можешь ему грену в окно просто кинуть с улицы. Hello. Hello, hello. Минусом. Разговорчивый, капец. Ой, у меня пинг 500. Якубович ТВ. А у тебя нормально все с пингом? Я не знаю, у меня что-то скрыто. А, но у нас пинг 800. Ага. Я, по крайней мере. Я что-то думаю, что я не зайду. Блять, опять железо какое-то. Давай, все в порядке. Да, он тут. Прям над нами. Да, можно. Первый аккуратно. Может, там тоже что-то стоит, кто его знает. Я пугаю. Ты? Я пугаю просто его. Зашла. Не слышал, чтоб он бегал. Видимо, стоит в этих. Да, все еще стоит. В туалете, что ли? Да, туалет. Кинешь гранатку? Да. Я спрыгнул на первый, если что, убежал. Блять, не попал. Блять, он с окна спрыгнул, Мэтт! Блять! Какой тайминг, сука! Ну что это, ну что за тайминг? Он еще миллион лет эту гранатку обратно аккуратненько убирает. Блин, надо быстро убрать, у тебя же, блядь, противник. Куда перед тобой. Бежать? Черный, здорово. Кто-то под мостом. Бил? Да, я пока микрофон включал, блин. Плюшку словил. Вот правый они тут щас. И сидят. Правый щас. Ангар. Ёкарные, они тут вдвоем лутали одного бота, понятно. А ты двоих убил, что ли? Да. Аля. Щит на него. Ты ходишь медленно сейчас? Я удалил. Ютить. Вот там нашел. Нет, чел тут сидел все это время за забором. Походу, третий чувак. Вау. Хорош. А, ну это уже 34-й, это уже более опытный. Бегут. Откуда? Где же там? У входа в миничку. Мусорка. Прямо за мусоркой уже? Да, нагрей. Бля, в контейнер забежал, в центральный. Синий.
Че не дохнешь-то, блядь? Убил его, убил. Тут еще один профессиональный игрок. Слишком профессиональный, убил его. Я у тебя здесь. Отправил его в профессиональное лобби. А, то есть я стрелял поверху, а он тут лежал просто? Кем? Так. Пятерых нашел. Все, кстати, в голову. Все, иди. Они прибежали вроде дальше куда-то. Убиваешь их? Одного убила. Я под лэпом. А где еще? Двое вроде было. Не знаю, двое были точно. Крался один, может быть, один куда-то в сторону гаража ушел, но не точно. Тихо. Не шевелись. Не шевелись. Эй, ты, руки вверх. Руки вверх. Где он? Алло, оружие на пол, руки за голову, лежать мордой в пол. Давай тебя, блин. Не разговаривай? Не. Ты чё, он где он сидел? Он просто лежал и целился в твой пролом. А-а-а. Я подошел к нему сзади, в упор, к нему за спину и начал ему кричать, бросая оружие. Где он лежал? Вот. А, я поняла. Я вот так стоял сзади него и вот так орал на него, короче. Понятно. В контре в той же самой гораздо сложнее ПВП-шицу. Потому что там люди, они стараются стрелять тебе в голову, как бы и себя вести, ну как бы киберспортивно, так сказать. А в Таркове крысы стараются просто сидеть, все. Как бы любой кейсер в Таркове разорвет любого тарковца просто. А вот если тарковца отправить в КС-ку, попробовать там победить кого-то, это забей. Ну вот, хороший пример, кстати. Секретки? Да. Ты под лэпом в зеленке? Нет. Я под лэпом, я, да. В зеленке я. Я двоих тут убил. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.